Готовь трубы летом. Отопительный сезон начнется почти через месяц, 15 сентября. К этому времени все дома должны получить паспорта готовности. Большинство социальных учреждений, школы, детские сады и больницы уже их получили. С жилыми домами ситуация обстоит чуть хуже. Об этом сообщили в горадминистрации. Не все управляющие компании подготовили документацию, а коммунальщики не закончили ремонты. В Кирове и Кирово-Чепецке в этом году меняют 50 километров труб. На обновление теплосетей выделили более 1 000 000 000 рублей. Срок службы новых теплосетей составит более 30 лет. На данный момент на 36 объектах работа продолжается, а на 7 участках работы полностью завершены. В кировском филиале Т-Плюс заверили, что сроки не затянут. Такие обещания дали и в КТК. Трубопроводы будут готовы к 15 сентября. Больше половины труб в городе успешно прошли проверку. Завтра, 13 июля, в мэрии пройдет совещание по готовности города к отопительному сезону. Чиновники сообщат о возможных задержках.